живем мы год от года веселее. Меняются лишь правила игры. По просьбе трудового населения пол-литру пьем теперь на шестерых. Глоток за рубль смешно и нелогично, с глотка не образуется туман. Чтоб было, так сказать, технологично, есть новый способ горя от ума. В аптеке покупаем три пипетки, смотри, в отделе все для малышей. С чекушек упраздняем этикетки, отныне это капли для ушей. Для резвости, для бодрости, для духа, чтобы истину опять же отыскать, роняем по пипетке в оба уха и смотрим в небо, чтоб не расплескать. По первой обожгло, но рассосалось. Другой разлив изящнее прошел, а после третьей даже показалось, что после пятой будет хорошо. Вокруг пошли провозглашаться тосты. Без тостов вроде выпивки и нет. Без тостов это вроде пьянка просто. А с тостом получается банкет. Мы правым ухом прославляли женщин, а левой достижения и прогресс. Раз 30 прославляли мы, не меньше. Мы прославляли с тостами и без. Майор в пижаме, что примкнул четвертым, стенала конфронтации держав. Шестой плясал, и даже с кем-то кто-то пытался разливать на брудершафт. Короче, мы галдели, как ацтеки, освоившие парусный баркас, забыв, что в помещении аптеки дискуссии не приняты у нас. Сержант не озадачил нас нисколько, не взволновали нас его слова. Майор в пижаме громко крикнул «Горько!» и кинулся сержанта целовать. Банкет в аптеке подходил к развязке. Его слегка подпортил наш арест, как альпинисты мы в единой связке. В машину влезли, как на Эверест. Румяный опер задавал вопросы. Он очень ими воздух сотрясал, пытаясь вставить в протокол допроса фамилии, цифры, явки, адреса. Фамилий мы своих не знали сами, не знали ни имен, ни адресов. Мы знали только, что майор в пижаме в аптеку вышел даже без трусов. Под грузом угрожающих намеков из уважения к внутренним войскам я раскололся, да, мы группа йогов. А нам мешают уши полоскать, что в праме и в нирване, мол, не зря мы. Причем тут хулиганство и тюрьма? Но ушлый опер заявляет прямо: а что такое горе от ума? Собратья-йоги вздрогнули, как люди. Во мне зажегся творческий пыл, и Доброедов, то бишь Гриболюбов, спасибо школе, в памяти всплыл. Родился Чацкий в старом Ленинграде, в предместьях антикварной старины. Он Чацким был, по-видимому, дядей, а русским с материнской стороны. У Чацкого был дядя честных правил. Однажды он не в шутку занемог и сразу уважать себя заставил, коньки откинув, глядя в потолок. Наследство, чтобы долго не возиться,
пошло в комиссионный магазин. Возникла турпоездка в заграницу. Казалось бы, все было на мази. А в загранице сплошь одни столицы и всячески злачные места. В гостинице такое снится в Ницце, что Чацкий спать ночами перестал. Он слышал, как соседки-парижанки трещали на французском языке, а то, что о том, что Чацкий лежа на лежанке подслушивает нас невдалеке, о том, что казаки из Запорожья бомбят Бомбей и скоро будут тут, о том, что по причине бездорожья в России самолет изобретут, о том, что все евреи откровенно на царскую Россию точат зуб. Они в Россию едут через Вену, обратно их не скоро повезут. У Чацкого спина похолодела. Ой, Чацкий, да куда же ты глядел? Чужие дяди едут делать дело, а ты буквально свой, а не удел. Чихать тебе на фирменные шмотки, на фирменных парижских инженю. Эх, думал Чацкий, дома выпью водки, на фамусовой Сонечке женюсь. А фамусовой Сонечке с просонья мешала чья-то левая нога из-за того, что фамусова Соня готовила для Чацкого рога. Но Чацкий наш, не мешкая ни часа, для сватовства по воле волшебства на родину летит на крыльях счастья. Париж, Варшава, Внуково, Москва. У Чацкого все тело песни пело в предчувствии экстаза по любви. Гостиная корсетами скрипела, повсюду тет-а-тет и визави. Но что это? Вдруг Софья и Молчалин метнулись из гостиной в кабинет. И Чацкий понял все, а для начала решил поднуть Молчалина в портрет. Поник Молчалин, Софья разрыдалась. Вокруг роптали не заведено, ведь кабы все рогатые бодались, то люди вовсе вымерли давно. Вы Чацкий еретик, вы карбонарий, вас надобно судить и под арест. На нары вас, на нары вас, на нары! Рваните-ка финальный монолог. А судьи кто? Скажите мне, по сути. Скажите мне, кто отечество отцы? Скажите, кто они, отцы и судьи, которых принимать за образцы? Не эти ли грабительством богаты? Защита от суда у них в родстве. Великолепные соорудят палаты, погрязшие в пирах и в мотовстве. Обеды ваши, ужины и танцы, кому в Москве не затыкали рты, да воскресят ли даже иностранцы прошедшего житья у нас черты? Мундирный зуд в России не улегся, и в матерях, и в женах та же страсть. Да сам я от него давно ли отрекся, теперь уж мне в ребячество не впасть. Не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету мне, карету. Жаль, кончился финальный монолог.
возникли два гусара-санитара. И никому не причинили зла. Всем показалось, Чацкого недаром казенная карета увезла. Покуда Чацкий в гневном монологе всех нас разоблачал и обвинял, собратья йоги уносили ноги от санитаров, да и от меня. А зря, сержанты те же люди, все как у всех, под шапкой голова. Сержант промолвил: а это Добролюбов, послушай, друг, перепиши слова. А впредь чуть что напишешь, не стесняйся, напейся вдрызг, а мы тебя найдем. Ты только потеплее одевайся. Оформимся, помоемся, споем. Всем вытрезвителям тебя мы просим. Не просьба это даже, а приказ. Романом А.С. Пушкина Дубровский порадовай нас в следующий раз. Порадую вас в следующий раз. Порадую вас в следующий раз.